лес, подумать о своем, о жизни. Кстати, еще летом приедем. Ну, сейчас тоже в Раву в лесу, ну только холодно немного. Но погода сегодня теплая, и обещали, что будет минус 11 днем. Сейчас холодно, но не так сильно. Но у нас вообще температура минус 30 была. Сейчас еще более-менее теплая. Вот такой лес вот так выглядит на заднем фоне. Видно, наверное. Я свою камеру взял. Решил поснимать, а то она у меня пылится уже давно. Я тут уже в лес приехал. Решил снять зимнюю панораму, такую красивую кинематографическую картинку, если получится, то снимем. Ехал я сюда очень далеко, и сейчас будем снимать. И обязательно досмотрите этот ролик до конца, пожалуйста. Если понравится, то лайк поставьте. Ну и если подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. И не забудьте колокольчик. И погнали. There's a distance between us. It's getting hard to reach out. Haven't seen you in seasons, but all I hear is your voice. I know my limits. You can break me down, but I'll stay till the finish line. And I've been counting minutes for quite some time now, just to see you again. Надо съездить к ролику, опять траву купить. Теперь буду записывать вообще все, снимать. Ну все, что в жизни будет происходить. Буду снимать там какие-то дела, буду делать, например, траву покупать, кредиты платить там. Или еще что-нибудь. Ну как бы люди, я смотрел много чего, записываю тоже. Все подряд записывать. Я решил тоже такой контент попробовать. Все снимать, всю свою жизнь. Если вам будет интересно, подписывайтесь. И сейчас будем отправляться покупать кролика, травы. Уже в город приехали. Сейчас нам надо идти в зоомагазин покупать траву для кролика. Мы находимся возле зоомагазина. Сейчас я вам покажу, как он выглядит. И сейчас будем покупать кролику травы. Будем заходить и покупать. Купили кролику травы. Сейчас открою, как она выглядит. Вот так вот она выглядит. Привет, сегодня хотел еще рассказать, чем я кормлю свою кролика. Кролика я кормлю, как видите, геркулес просто беру и распариваю. Ну как роллтон завариваю геркулесом, на 5 минут завариваешь геркулес. Эти геркулес распариваются, получается почти как каша. И кролик у меня есть. Кормлю я уже его так 2 года, потому что мне кроме этого больше ничего не ест. Ну, там морковку, потом груши иногда даю ему. Яблоки тоже перестал есть. Вот кроме геркулеса это он вообще плохо ничего не ест. Вот геркулес ему понравился, я как первый раз ему заварил его, он его ел. Так что он больше кроме него ничего не ест. Ну морковку там еще, там траву еще, и все. Кроме этого вообще ничего не есть. Всем привет, вот диван новый купили. Да, сейчас его будем распаковывать его. Уже чуть-чуть маленько распаковали его. Сейчас он, конечно, еще в разборном состоянии. И потом я вам покажу, как он в собранном состоянии будет. Вот и так вот он выглядит в разборном режиме, диван. Вот мы уже часть подушек распаковали, две подушки. И вот здесь, смотрите, идет. Здесь идет у нас. Можно вытаскивать вот эти чехлы и стирать их даже. Диван классный. То, что его можно стирать. И классный вообще диван. И сейчас перемещаемся, мы его уже будем в собранном состоянии. Я вам покажу, как он смотрится. И поехали. Купил. Вот так он выглядит в собранном состоянии. Диван очень хороший, особенно хорошо смотреть домашний кинотеатр на нем. И как будто бы ты сидишь в кинотеатре, и особенно интересно смотреть боевики, особенно если твой телевизор большой, ну как у меня.
И вот на таком диване удобно сидеть, смотреть. Даже просто обычные каналы там, особенно боевики, там ужастики.